9 августа – Международный день коренных народов мира. Ямал – многонациональный край с уникальными природными просторами, хранителями которых являются коренные народы Севера. Сегодня здесь проживают около 50 тысяч представителей КМНС. Более 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни. В округе действуют меры социальной поддержки семей КМНС. Реализуется комплексный информационный проект «Народы Арктики». А до 14 августа проходит неделя традиций родных языков коренных народов. Сегодня работники эколого-краеведческого музея провели для ребят из летнего оздоровительного лагеря творческий мастер-класс. Мальчишки и девчонки узнали интересные факты о священном животном народов Севера – медведе. Вооружившись трафаретами и красками, дети сделали оттиск с северным мишкой. Сегодня для детей пришкольного лагеря мы организовали мастер-класс «Хозяин тайги», который выбран не случайно. Он проходит в рамках недели культуры и родного языка КМНС у нас на Ямале. И данный мастер-класс посвящен одному из главных зверей такого народа, как ханты, это медведь. Сегодня дети узнали легенду об этом звере и, конечно же, о таком обряде, как медвежье игрище. И в заключение мастер-класса сделали необычный оттиск данного зверя. До конца недели во всех муниципалитетах округа проходят мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов. Посетить их могут все желающие. Афиша размещена на сайте ямал100.рф.